Трофей есть только промах. Бэмми Джексон на паузе. Классная передача. Я, честно говоря, даже не сомневаюсь, что... Трешки от Карвелла Андерсона. Это дело времени. Вадим Ступеда. Вот это интересно. И он забивает издали. Дэвина Дэвиса тем временем. Микольский успевает и накрывает соперника. Мотовилов получил, отдал в угол. Микольский забивает издали. Зайчевич. Мотовилов. Тот против Ройса Хэма пошел и забил. 2 плюс 1. Мотовилов хорош. Пока так. Ни одной трешки. Еще раз напомню. Ой-ой-ой, потеря. Огун Бэмми Джексон. И 2 плюс 1. Пошел до конца обыгрывать, но мимо. Даже что-то там арбитром сказал. Но Минск уже в контратаке. Аккуратнее. Астана как раз здесь пытается увинчивать темп. Действует успешнее. Якоб Чебашев. Мяч отдать. Григорий Мотовилов. Огун Бэмми Джексон вернулся. И аккуратненько из угла попадает. Огун Бэмми Джексон. Мотовилов проходит. Скидка. И Джаред забивает. Продолжительного игрового времени. 34 минуты практически. И пикетбол Мотовилова с Зечевичем. Зечевич! Огун Бэмми Джексон. Лохэм пускает его в лицевую. Скидка в угол. Дмитрий аккуратненько. Минков теперь вводит и перехват. И побежал Микольский. Выводит вперед Минск. Да ладно, это перехват. И Микольский. Тяжелая игра, особенно для играющих короткой ротации. Гостей. Зечевич. Секунда. Попадает издали. Зечевич. Против Зечевича. У него 4 фала. 5 секунд. Зечевич. Разворачивается, на каком классном подказе убирает соперника.